Привет всем! Ну, что-то мне захотелось сладенькое. И я купила все для тирамису и сделаю тирамису. Ну, сейчас вам скажу, что я для этого купила. Так, купила маскарпоне, дамские палочки, как они называются. Сегодня буду делать со сгущенкой вареной, купила тоже сгущенку, но всю использовать не буду, мне кажется, половина, чтобы очень сладкое не было. Это со сгущенкой я делаю первый раз. Ну, что-то мне захотелось тирамису карамельное. Кофе уже заварила, сливки, этот раз буду крем делать на сливках, и для посыпки какао, тут у меня немного есть, ну, для посыпки хватит. Так что вот так, сейчас буду делать. А процежу кофе и как раз буду взбивать сливки. Весь процесс показывать не буду, только так буду вам понемногу говорить, что как я делаю. Так, ну вот сливки взбила. Сахар я добавлять не буду, потому что у меня сгущенка, я не люблю очень сладкий. Кофе процедила и сейчас сюда поставлю маскарпоне и полбанки сгущенки. А сливки у меня 35-процентный, взбились хорошо очень. Вот, и сейчас сгущенку и маскарпоне, и тоже все смешаю. Ну, все, взбила, перемешала. Крем получился очень вкусный, мне очень понравился. Даже, мне кажется, для тортов очень вкусно. Ну, сейчас буду собирать. Мне, конечно, дамские палочки только одна пачка, потому что, ну, для своей семьи только делаю. Много делать не хочу, чтобы только на сегодня покушать. И все. Так, сначала я смазываю немного кремом тоже внизу. Так вот смажу, чтобы чувствовалось тоже чуть-чуть крем. Так. Ой. Ой, сбоку замазалась. Так, а теперь беру эти печенья, дамские палочки, и их окунаю быстренько только в кофе. Ну, все уже знают, кто делал, как это все делать. И так все палочки печенья все окуну и поставлю на такую противень. Ну вот, все окуну, только я окунаю в одну сторону. Когда, ну, в обоих сторонах окунаешь это в кофе, то мне кажется, очень зажидкий он получается. А с одной стороны только, тогда мне кажется, такой нормальный. Ну вот, мне одна как раз эта пачка выходит на один слой. И теперь таким побольше слоем наверх поставлю крем. Ну вот, крем я намазала таким довольно слоем. И теперь наверх опять поставлю вот так вот эти дамские палочки. Сейчас, может, с этой стороны. Сначала было с той стороны, теперь с этой стороны поставлю. Чтоб так. Вот. Ну и так все как раз поставлю. Ну вот так вышел второй слой. Кофе тут мне чуть-чуть осталось. И как раз одна палочка. Но эту я наверх все равно поставлю. Так, а теперь опять наверх крем. Крема Найком за много будет, наверное. Ну ничего, что-нибудь посмотрю, как будет дальше. Он наложу. Может, даже и останется. Ну, вот так у меня вышло. Крем мне как раз весь ушел мне и даже забыла про эту палочку. Думала ее тут поставить и тоже кремом помазать. И забыла, и все уже намазала как раз кремом. И ладно, уже пускай остается. Но сейчас крем очень вкусный получился. Мне очень понравился. Ну а сейчас посыплю через такое сито какао. Ну во, посыпала какао, и такой он вот вышел. Ну, конечно, ну посередине я поставлю мяту для красоты. Пускай будет. Можно, конечно, еще как-то украсить. Если есть фигурки, какао, еще на фигурке такого посыпать. Ну, по-всякому можно. У меня получился вот такой. Ну, сейчас пускай он настоится. Ну,
час спокойно он настаивается тирамису очень быстро. Его даже очень хорошо делать, когда вот знаешь, что гости быстро придут. Быстренько, если есть эти продукты, все, быстренько сделай, через час подавай на стол, все. Так что пускай настаивается. Ну вот, час прошел, я думаю, он настоялся. Ну, сейчас разрежу. Да, ой, очень мягкий. Прям такой мягкий. Так. Вот так он выглядит. Ой, чуть-чуть низ там. Ну, вот. Я думаю, будет очень вкусный. И крему как бы и не за много даже. Но сейчас попробую. И скажу как раз... Как он на вкус. Так. Нежный, вкусный. Крем с карамелью. Даже сахара не надо. Он сладенький такой. Не очень сладкий, а чуть-чуть сладенький. С этим кремом даже очень вкусно получается. Так что всем советую. Попробуйте что-то такое другое. Положите вот в крем карамель, и будет даже очень вкусно. Даже на торт, я уже говорила, на торт и то очень вкусно. Так что всем хорошего дня. Кто кушает, приятного аппетита. И всем пока!